это типа Георгий Победоносец, да? Нет. Нет. Георгий Победоносец, да. Это человек. У него крыльев не может. Я быть. Говорю, что-то он крылья отрастил. Это, вот смотрите. Он Михаил. Да. Здесь два Михаила, да. И два Калашникова. Да. Автомат, он Калашников. И сам Калашников. Автомат вообще спайсер, насколько я помню. А не Калашников. Это секта свидетелей Шмайсера, такая есть, которые доказывают, что... Нет, которые доказывают, что Менделеев не Менделеев, что это мы знаем эту секту и конструкторы знают. Я буду знать, если там проходит, но мы не вступаем, да, в эту полемику, потому что мы не специалисты. Ну, это вор получается, Калашников, да? Нет, это... Нет, это интересные позиции, но полемика точно не со мной. Нет, полемика не со мной. А вы вот творец, что ли? Я автор, да. Это вот творец, да? Я автор, да. Понятно. А про Михаила Архангела? Я думаю, ваше заявление враждебное и наглейшее. Я понял. И таких, как вы, надо ставить. Спасибо. Да, действительно, это автор, которому не стыдно, да, смотрите.